Посмотрите вот на этих миленьких существ. Какие же милые глазки, я не могу. Это плоские черви планарии. И вы можете взять одного из них и начать мелко-мелко-мелко шинковать. Допустим, вы порезали одного на 100 частей. Больные ублюдки. Делать вам нечего, что ли? Но приходите через 2 недели и увидите на этом месте 100 идентичных червей. Планарии способны полностью восстановить себя даже из крохотного кусочка. А все из-за стволовых клеток, которыми усеян их организм. Хотел бы я так же.